Сегодня на судостроительном заводе «Залив» чествуют передовиков производства. На обновленную доску почета были занесены 24 работника, среди которых заслуженные маляры, инженеры, крановщики, диспетчеры, токари, машинисты и руководители цехов. Главный директор судостроительного завода «Залив» Андрей Жердев отметил, что лучших специалистов должны видеть все. По желанию многочисленных наших трудящихся, потому что вечно мы там представим наших победителей, которые трудятся, скроем за елочками, никто их не видит. Так вот каждый день ходим на работу, будем смотреть, говорит, да, действительно достойные люди. Лучшим заливчанам вручили свидетельство о достижении высоких показателей в труде, а также наградили денежной премией в 10 тысяч рублей. Среди передовиков был и самый молодой начальник цеха Сергей Тарасов, который добился успеха благодаря сплоченному коллективу. Сергей Тарасов поделился с нами секретом успешного работника завода «Залив». Прежде всего, прийти, настроиться на работу и любить свое дело. Почетного звания был удостоен Виталий Жога, который пришел на судостроительный завод «Залив» сразу со школьной скамьи. Моя трудовая деятельность началась. Здесь оказалось то, что любимое было мне в детстве – это море. Только я хотел плавать, а здесь получилось, что участвую в строительстве судов. Как добиться новому поколению тоже таких успехов, как у вас? Любовь к труду и уважение ко всем. Все будет нормально. Евгения Щербинина, Николай Пыр, специально для Кешнет ТВ.